Друзья, всем огромный привет, с вами Олег Радочин, и от себя лично я хочу вас поздравить с тем, что вы приняли правильное решение присоединиться к нашей команде. И в этом видео я хочу познакомить вас с тем, как работает наша система, по какой системе мы работаем. Я уже лично использую эту систему несколько лет. Как только я впервые пришел в интернет и впервые узнал, что такое воронки продаж, я узнал, что такое там серия писем, потом появились чат-боты и воронки продаж с использованием чат-ботов. Именно эту систему я начал применять в своем бизнесе, а также внедрять эту систему в бизнес моих клиентов. Тогда еще не было таких инструментов, которые есть у нас сейчас с вами. Но тем не менее, через полгода я вышел уже на стабильные $1000 дохода в месяц, каждый месяц и выше. Поэтому, если вы хотите точно так же выйти на такие же доходы и выше, смотрите это видео очень внимательно до конца и слушайте то, о чем я вам буду рассказывать, говорить и, самое главное, применять это в своем бизнесе. Основная ошибка всех новичков, особенно тех, кто участвует в партнерских программах, это вы просто берете ссылку на сайт, который хотите прорекламировать, и начинаете эту ссылку раскидывать, пулять ее где только возможно, предлагать ее и тем людям, которым она не нужна, и тем людям, которые вообще вас видят в первый раз и так далее. Это называется обычный спам. Как вы понимаете, вы тратите очень много времени, но эффективность нулевая. Да, люди, возможно, и переходят по вашим ссылкам, регистрируются на сайтах, но каких-то дальнейших действий, из которых вы зарабатываете деньги, они не совершают. То есть они не покупают продукт, который вы предлагаете и так далее. Так вот, давайте, друзья, немного порисуем. И вот схема воронки. И я проведу небольшую аналогию. Например, мы возьмем с вами компанию, которая предоставляет хостинг, то есть там места для размещения там сайтов, интернет-магазинов и так далее. Это как пример, чтобы вы понимали, как работает сама система. Это не говорит о том, что мы будем с вами сейчас рекламировать хостинговую компанию. Представим, что у нас есть хостинговая компания, и она имеет партнерскую программу. Большинство людей, которые начинают зарабатывать в партнерских программах, думают, что достаточно взять вот эту вот партнерскую ссылку на хостинговую компанию и, грубо говоря, рекламировать ее, вот этот хостинг, да? Да, это можно делать, но рекламировать нужно только для тех людей, кто уже в этом хостинге как бы разбирается. Но как привлечь клиентов, которые еще не разбираются в хостинге? Но вы бы хотели этих клиентов себе получить. Так вот, мы работаем каким методом? Мы создаем бесплатное обучающее видео, ключевое здесь обучающее. Оно должно иметь ценность и действительно чему-то учить, чему-то обучать. Или как вариант, бесплатный обучающий курс, то есть это серия видео обучающих. Это, друзья, не значит, что вам прямо сейчас нужно создавать свой бесплатный курс или бесплатное обучающее видео, или, не знаю, там, обучающую мини-книгу в формате PDF. Мы для вас уже подготовили готовую систему, которую нужно под себя настроить, вставить свои ссылки и начать рекламировать и, соответственно, зарабатывать. Потом уже, конечно же, вы сможете свои курсы создавать. Так вот, вопрос в следующем. Как мне продать хостинг человеку, который в этом не разбирается? Мы создаем бесплатный курс или бесплатное обучающее видео. Допустим, это курс «Как создать сайт за один день». Мы создаем такую страничку, где предлагаем получить этот бесплатный курс в обмен на контактные данные. То есть такой вот лендинг. Здесь может быть текст, продающий этот курс, или видео, чтобы человеку захотелось получить его. Или, допустим, если здесь продающее видео, где, например, я говорю: ребята, если вы хотите научиться создавать свой сайт за один день, тогда мой курс для вас. Соответственно, оставьте свои данные, и вы получите видеоуроки о том, как создать свой сайт в интернете. И я предлагаю либо подписаться на серию писем от меня, это у нас называется email маркетингом, либо подписаться на чат-бота, там в ВК, Telegram, Viber или так далее, для получения сообщений уже от бота. Это у нас называется мессенджер маркетинг. Получается, мы отдаем человеку бесплатные видеоуроки или бесплатное видео в обмен на согласие получать от нас сообщения. Либо в мессенджере,
ВК, Telegram и так далее, либо на e-mail. Когда я покупаю трафик, я, соответственно, покупаю трафик не на саму компанию, которую мы хотим прорекламировать. В данном примере это хостинговая компания, которая будет как бы выплачивать нам комиссионные. Я покупаю и заказываю трафик только вот на свою подписную страницу. И рекламирую я только подписную страницу. Почему я это делаю? На рекламу мы тратим деньги, и для того, чтобы привлечь клиентов в любую компанию, нам нужно рекламу оплатить. Вы платите за трафик, за переходы на рекламируемый сайт. И в нашем случае я также буду платить за рекламу. Но что происходит, когда люди оставляют свои контактные данные? Они попадают ко мне в базу подписчиков, и эта база как бы остается у меня навсегда. То есть, если я буду рекламировать в следующий раз какой-то другой проект, какой-то продукт, там свои или партнерские продукты, мне не нужно будет искать этих людей, они у меня уже будут в базе, они как бы есть у меня в базе, и для меня это, соответственно, не будет уже стоить ничего, это будет бесплатная реклама. И на долгосроке эти клиенты могут приносить вам абсолютно разные деньги. У меня уже есть клиенты, которые купили товаров более чем на 3000 долларов, просто представьте, один клиент купил более чем на 3000 долларов. Но в среднем клиент вам может приносить и 50, и 100, и 200, и 1000 долларов. Если вы даете качественный, конечно, контент, качественный продукт, и качественно выстраиваете отношения, вот эти вот взаимоотношения с вашими подписчиками и вашими клиентами. И что мы делаем дальше? Моя задача лить трафик на мою подписную страницу, к которой подключена уже автоматическая серия писем или сообщений от чат-бота. И как только первый человек подписывается, ему сразу же на почту или в сообщении мессенджера приходит письмо с видеоуроком. И в первом уроке я говорю, для того, чтобы тебе начать создавать сайты, тебе нужно зарегистрировать хостинг. И под этим видеоуроком у меня стоит кнопочка, и в этой кнопочке уже встроена моя партнерская ссылка. И человек попадает уже на хостинговую компанию, которую я продвигаю. Правильно? То есть все клиенты проходят через обучение, регистрируют доменное имя, хостинг, и получается, я получаю с этого деньги. Далее во втором уроке я обучаю, как создать свой сайт и разместить его на этом хостинге. И после этого он клиент хостинга, оплачивает каждый месяц хостинг, и я получаю каждый месяц комиссионный. То есть хостинговая компания мне выплачивает проценты. Вот так это работает система. Но я рассмотрел здесь очень короткую схему, потому что я не затронул здесь еще и автовебинары, автовебинарную воронку, о которых мы с вами будем говорить чуть позже. Но сама система, она работает вот таким образом. Вы можете взять любую другую компанию, не обязательно хостинговую. Вы можете взять какую-то сетевую компанию. Вы можете создать бесплатный курс, как зарабатывать деньги в интернете. Ну, например, человеку интересна эта тема, и он действительно подписывается и попадает в базу подписчиков и получает письмо с видеоуроками на эту тему. Это автоматизированная система. Я таким образом высвобождаю свое время. Я записал эти видео один раз, и эти видео работают на меня 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Только таким образом я и мои партнеры могут зарабатывать действительно большие деньги в интернете, не затрачивая свое время на собеседование или трехсторонние встречи, на какие-то лишние разговоры и так далее. Даже когда я сплю, автоворонка работает, на данную воронку идет трафик, и, соответственно, я с этого зарабатываю деньги. Но что самое главное во всей этой системе, это то, что ваши подписчики, ваша подписная база, она все время растет. И у меня, когда какой-то проект запускается, у меня есть своя лояльная база подписчиков. И, соответственно, мне не нужно уже заказывать рекламу за деньги. Мне достаточно создать письмо и запустить по этой базе подписчиков. Если вы хотите правильно научиться вести бизнес, вам нужно работать именно по этой системе. Вы высвобождаете кучу своего времени, и второе, вы получаете больше результатов, потому что через обучение человек вовлекается больше,
обучается и сразу становится клиентом. Понимаете, о чем я говорю? Например, если человек заходит по какой-то ссылке просто на сайт, который ему не знаком, он не знает, что на нем делать, скорее всего, этот человек, он оттуда уйдет просто. А деньги на то, чтобы получить этого человека, вот для того, чтобы привлечь его на этот сайт, вы тоже потратили. А если он зайдет на этот сайт через обучение, он понимает уже, что с этим сайтом ему нужно делать и как с ним работать для того, чтобы получать какие-то результаты, которые он хочет для себя. Соответственно, он будет понимать, как это делать, и он будет лояльным клиентом, и, соответственно, вы будете получать прибыль от компании. И через такие системы конверсия зачастую бывает 40-60% в покупку, то есть люди покупают какой-то продукт и так далее. А если без этой системы конверсия где-то 2-5%. Деньги вы те же самые тратите на рекламу, а конверсии абсолютно разные. Если вы просто рекламируете компанию, вы будете зарабатывать в 10 раз меньше, чем если вы будете рекламировать свой продукт там, или бесплатное обучающее видео, бесплатный курс и так далее. Мы с вами будем рекламировать очень крутую партнерскую программу, по которой мы будем с вами зарабатывать. И для этого увидимся в следующем видео.